В Запорожье, по данным областной военной администрации, уже известно о троих погибших и 6 раненых. По городу захватчики нанесли 20 ракетных ударов. Повреждены более 150 домов, многоквартирных и частных. С нами сейчас на прямой связи корреспондентка программы «ВИК» на СТБ София Богуцкая с последними новостями. У нее и узнаем последние подробности. София, приветствую. Так, какая последняя информация на этот час? Студия приветствует. Да, пока вот мы не можем добраться до плотины Днепрогаз, потому что движение дамбы полностью перекрыто. Этот инфраструктурный объект Запорожья сегодня получил наибольшие разрушения. Директор Укргидроэнерго заявил о двух прямых попаданиях по Днепрогазу, и один из них пришелся на одну из опор. Также в результате попадания по дамбе загорелся троллейбус. К сожалению, есть пострадавшие, есть погибшие. Уточняется ситуация по троллейбусу. Наибольшее разрушение и последствия на Запорожской ГЭС. Перекрытое движение через Днепрогэс. Наша цель – как можно скорее его восстановить. Именно этим сейчас будут заниматься приоритетно все службы Запорожской области. Но главное, российские оккупанты своего не достигли, дамба устояла. Там продолжаются восстановительные работы по гражданской инфраструктуре. Самая плохая ситуация в частном секторе Запорожья. Сейчас вы видите последствия двух российских ракетных ударов, которые оккупанты нанесли по одной из улиц. Тут работают спасатели, продолжается поисковая операция. Уже известно о трех погибших. Ранее была информация о двух пропавших без вести, среди них ребенок. Соседи нам рассказали, что в одном из разрушенных домов был отец с дочерью. 7 домов на улице разрушены полностью и более 40 повреждены. Мужа отбросила сюда, а я в кровати лежала. Он на работу собирался, забегает, говорит: «Дорогая, ты жива?» Говорю: «Жива». И слышим крик: «Помогите, люди, помогите!» Также один из ударов пришелся рядом с девятиэтажкой в спальном районе города, поэтому там повреждены 2 подъезда и десятки квартир. Всего в настоящее время известно, что в Запорожье повреждено более 150 домов, как частных, так и многоэтажных. Число пострадавших от российского обстрела возросло до 14. На данный момент проводятся спасательные работы на одном из частных домовладений с целью поиска людей, которые могут находиться под завалами. На данный момент привлечены 152 человека личного состава и 33 единицы техники. Работают психологи. На данный момент оказана помощь 12 людям. Также известно, что 6 человек обратились за медицинской помощью. Они в состоянии средней тяжести. На месте продолжается поисковая операция. Работают спасатели ГСЧС. Также ранее здесь работали кинологи нацполиции. И на месте людям также помогают материалами всевозможные волонтерские организации. Вот такая информация у меня на это время. Студия. Спасибо большое, София. Берегите себя. София Богуцкая была из Запорожья у нас на прямой связи. Говорили о последствиях последней российской атаки по городу Запорожье.